Меня зовут Катя, я прошла вторую ступень по гипнозу у Михаила. Значит, мне все конкретно, конечно, понравилось. Самое главное для себя я вычленила ответ на мой вопрос, чем можно помочь человеку, когда ему даешь возможность погрузиться в себя. Человек может ответить на свои вопросы в состоянии измененного сознания. Объективно может себе помочь, потому что обычный режим движения в реальной жизни, он не дает возможности сосредотачиваться на самых тонких моментах, которые, в общем-то, и дают ответ. Заведение в свой гипноз это мало того, что ответы, все становится прозрачным, это еще колоссальная возможность выйти из очень сгущенного состояния стресса. Я считаю, что это еще и очень мощный релаксант. Благодарна Анне, организатору в городе Барнауле. Все очень корректно, все очень приятно. Группа замечательная. Все примагнитилось так, как мне нужно. Я ухожу наполненная. То есть у меня есть теперь инструмент, с помощью которого я буду продолжать помогать уже своим людям в рамках своей деятельности. Спасибо большое.